Падпісаны акт прыёмкі Полацкай ГЭС, яна афіцыйна ўступіла ў строй. Станцыя паўгода працавала ў тэставым рэжыме. Рэалізацыю інвестыцыйнага праекта будаўніцтва Полацкай ГЭС на заходняй дзвіне пачалі ў 2011-м. Устаноўленая электрычная магутнасць станцыі складае каля 21 мегавата. Дастаткова, каб забяспечыць спажыванне 4 раёнаў – Лепельскага, Ушацкага, Чашніцкага і Расонскага. Завершылі все строительна-монтажныя работы, пусканаладачныя і 30 июня ввели Полоцкую ГЭС как объект в эксплуатацию. Наверное, это был самый сложный за все время существования Витебской энерго инвестиционный проект, который происходил не только за последнее время, а вообще в принципе. Потому что мы столкнулись с рядом как внутренних, так и внешних факторов, которые очень существенно повлияли на реализацию проекта, как и на сроки. Поэтому пришлось принимать иногда крайне нестандартные решения для того, чтобы проект все-таки двигался и был реализован. Потому что на некоторых этапах казалось, что уже просто реализовать его нельзя. И здесь я хочу выразить благодарность руководству Министерства энергетики, которое, ГПО «Белэнерго», которые поддержали нас в наших нестандартных решениях и, безусловно, те решения, которые мы приняли, были одобрены в правительстве, что позволило нам решить все эти проблемы. Генеральным подрядчиком будаўніцтва выступило российское предприемство. Обслуговыванием объекта совместно со специалистами республиканского унитарного предприемства «Витебскэнерго» займаются представники чешской компании. Плануется, что праз месяц подпишут и акт приемки «Витебской ГЭС», другой из каскаду гидроэлектростанций на заходней Двине.